Так, перед нами Пея. Что мы видим? Ну, во-первых, на карте вы видите вот здесь, да, находится в центральной части практически провинции Пафос, ну так относительно, да, по центру. И вот мы видим, что апартаменты класса А и Б – это энергоэффективные апартаменты, которые, еще раз повторюсь, построены, здания, сооружения, где находятся эти апартаменты, из современных материалов, уже в мае на 1885 евро за квадратный метр и снижение минус 0,05% за месяц. Вот это вы можете прочитать на карте. Дальше, друзья, видим, что здесь уже апартаменты класса C, D, E, F. Здесь стоимость меньше, естественно. Ну вот на карте это видно очень хорошо, специально показал, да. Видим, что апартаменты класса, которые относятся к не или малоэнергоэффективным апартаментам, которые, ну, в общем-то, построены не из современных материалов, более поздние ранние постройки, это 1757 евро за квадратный метр, снижение минус 0,0. Вернее, 11%. То есть видим, что все-таки класс А и Б значительно дороже стоит даже в провинции Пе, чем апартаменты класса С, Д, Е, Ф. Ну, это и неудивительно, да. Дальше. Переходим